Привет-привет! Сегодня мы идем куда? В парк развлечений Интерра. Ну что, пойдем? Пойдем? Елочка стоит, одна елочка, вторая. Так, мы решили вот на этом аттракционе покататься. Егор с девочками, Саня и с Настей хотят получить адреналин. И усаживаются в космические кресла. Всех закрепляют как пилотов самолета. И сейчас все будут отправляться в космос. Итак, пошли на взлет. Слышен визг. В обратную сторону. Слышны крики. Или радость, или страха, или того и другого вместе. В обратную сторону все пошло. Кто больше кричит, непонятно. Или девчонки, или Егор. Нет, Егора тоже слышно. Только хотел сказать, что Егора не слышно. Или это он привет всем передает с высоты птичьего полета. Так, в обратную сторону пошли. Видим их возбужденные лица и радостные. Они нам машут привет из космоса. Остановка. Нет, не остановка, в другую сторону. Все, прилетели космонавты. Нет, не прилетели. Это был обман. Это тактика такая. Так. Все нам машут привет. Остановка. Космонавты прилетели. Ну и как ощущения? Отличные. Никто не вспотел? Нет. Не испугался? Никого не затошнило? Нет. Вот наши космонавты спускаются на Землю. С возвращением на Землю. С возвращением на Землю. С приземлением. Так, Алиса у нас будет играть в Буточек. Теперь меня начал чуть-чуть подташнивать.
закрякали. Алиса у нас стрелок, уточек стреляет. И уточки от нее убегают, крякают. Так, ну-ка. Как Алиса у нас стреляет. Загоняй, загоняй уточек в домик. Пускай они в домик туда идут. Алиса уточек в домик загоняет, да? Да. Ну-ка, где там уточки? Все попрятались? Да. Уточки все попрятались, боятся Алису, потому что Алиса их водичкой обливает. Алиса их купает, уточек, да? Молодец, Алиса, всех уточек попрятала. Так, загоняй уточек в домик. Все, молодец, Алиса. Тебе понравилось? О, и Алиса тикеты заработала. Молодец. Давай тикеты сюда. Давай, молодец. Пойдем дальше. Алиса у нас будет играть еще в эту игру. Будет... Будет в рыбах играть. Поехали, давай. Нажимай. Бей, нажимай, бей рыбок. О, молодец. Сильнее, сильнее нажимай. Сильнее нажимай. Рыбку стреляй. Так, молодец, Алиса. Попадай в рыбку. Попадай в рыбку. Давай, 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 давай. Работает. Работает. Отлично! Давай попадай! Я только на эту нажимаю. Подожди, что закончилось? Ну, скорее всего, закончилось. Все, что ли? Да. Что-то быстро игра закончилась. Все? Да, все, пойдем. Ладно, пошли на другую игру. Что-то второй раз в этой игре не везет. Да, Алиса? Пойдем на другую игру. Алиса у нас будет ловить бабочек и стрекоз и лягушек. Давай, вперед, нажимай. Нажимай, нажимай, нажимай. Во, молодец, молодец. О, давай, попадай в стрекозу. О, молодец. Молодец, Алиса. Нажимай, нажимай, нажимай. Нажимай. Алиса, нажимай. На кнопочку нажимай. Егор, помогай на кнопочку нажимай. Так, попала, молодец. Стрекозу попадай, нажимай. Нажимай. Молодец, Алиса, попала. Попала, еще 10 баллов, еще 10 баллов. Попала в стрекозу. Молодец, Алиса. Ничего себе ты. Алиса снайпер, что ли? Алиса у нас снайпер? Да? Ну как это нет? Одним выстрелом сразу 3 стрекозы. И одного комара убила. Поймала, то есть. Это же лягушка ловит, да? Может, туда пойми идти? Так, Алиса, что там у нас происходит? Нажимай, нажимай на кнопочку. Молодец, молодец. О, Алиса снайперские выстрелы делает языком лягушки. Да? Молодец. Ничего себе, Алиса, победитель какой. Давай, 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 давай. Молодец, еще 10 баллов заработала Алиса. Алиса у нас настоящий снайпер. Так, try again, попробуйте еще раз. Сколько там? 2 билета Алиса получает. Молодец. Алиса заработала 2 билета. Давай. Молодец, идем в другую игру играть. Так, у
нас дети захотели еще нервы пощекотать и хотят вот, вот на этот аттракцион попасть. Вот здесь, наверное, будет еще страшнее. Первый проходит Егор. Настя и Аня. А мы идем смотреть. Алиса будет смотреть. Куда-то у нас Егор ушел, спрятался. Так, ну это точно как космический корабль. Наверное, на таком тренируют космонавтов. Замерли в ожидании пуска. Егор, помаши рукой. Мне не страшно. Егор говорит, что ему не страшно. Сейчас посмотрим. Сейчас пойдем ловить Егора. Так, все замерли в ожидании старта. Диспетчер делает запуск. Площадка расходится. Точно как для старта ракеты. Сейчас ракета будет слетать. Так, вперед пошли. Это класс. Тренажер для космонавтов. Настоящий тренажер для летчиков-испытателей и космонавтов. Да, это страшно. Но главное, не пищат. Они там все вросли уже в сиденья. Слились с сиденьями. Да, все замерли. Тишина. Только ноги болтаются. Как космонавтов у наших. Наши космонавты замерли. Что-то даже криков не слышно. Так, все. Все приземлились.
Так, вот наш космонавт приземлился. Вот второй космонавт. И вон третий космонавт машет нам ручками. Ура, ура! Ура, ура! Наши космонавты приземлились. Егор, как впечатления? Егор, как впечатления? Классно, Егор говорит. Аня, как впечатления? Так, первый космонавт у нас уже вылез. Второй космонавт вылез, третий космонавт вылез. Ой, они на ногах не держатся, наши космонавты. Вы не туда пошли. Туда? Туда. С прибытием на Землю. Обалдеть, вот так просто спасибо. Ну расскажите, как вам? Очень классно. Большие. У меня сегодня голова закружилась, я такая, блин, тебе. Очень классно. Всем понравилось? Я туда долетать. Я думала, сейчас умный смогу. Егор, расскажи, что тебе понравилось? Мне понравилось то, что это было очень страшно. Очень страшно? Мои ноги чуть ли не достали. Там здесь вот вершки. Это полная жесть. Просто полная бомба. Ну здорово. Здорово, всем говорим пока-пока. Так, ну давай, прыгай. Так, сейчас у нас Алиса будет пытаться танцевать. Прыгай. Алиса, руки убери с кнопочек и прыгай. Танцуй, как эти игрушки танцуют. Алиса, танцуй. Егор будет помогать. Ну, Егор, помогай Алисе. Алиса еще не понимает. А Егор, по-моему, понимает. Так, вот танец у нас получается. Заводной танец. Молодец, Егор. Егор помогает Алисе танцевать. Так, там у нас танцуют персонажи. И Егор. Алиса заняла оборону. Егору с трудом приходится выбивать танцевальную дорожку. Все, замерли что ли? Ура! Бонусов ноль. Один бонус все равно заработали. Ну ладно. Значит, как-то станцевали. Молодец, Алиса, помогла Егору один бонус заработать. Ну что, идем дальше? Идем дальше? Так, Алиса у нас захотела прокатиться на Мерседесе, на розовом. Далеко не уезжай. О, тут руль какой. И какая тут сигнализация. Алиса, куда поехала? Куда Алиса едет? Куда Алиса едет? Алиса далеко поехала? Алиса вся внимание смотрит только на дорогу и не разговаривает во время движения. Так, все что ли? Приехали? Ну все, выходи. Как съездила?
Как съездила Алиса? Хорошо. Хорошо съездила? Ну, пошли дальше. Больше разгоняться. Так, давай, Алиса у нас хочет сыграть в рулетку. И заработать сколько-то. Много-много денежек хочет Алиса заработать. Неполадки какие-то тут. Это как-то наша карта, или она уже плохая карта? Мальчик, а другой стороной есть. Так, готовимся к ходу. Так. Молодец, Алиса. Егор наблюдает. Так, Алиса, все, останавливай. Все, Алиса, останавливай. Сейчас остановится. Все, все. Смотрим, сколько Алиса заработала. Сколько заработала? Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, сколько вылезет. Так. 5. Ну давай, Егор сыграет. Поехали. Сейчас посмотрим, сколько Егор заработает. Так. Раскрутил Егор вон как сильно. И сейчас посмотрим, сколько ему тикетов получится. Мы все ждем. Десять. Егор хотел заработать 100, а получил 10. Мы ждем тикеты. Забирай. Так, ну что, идем дальше играть. Алиса, сколько у тебя уже? Ну-ка покажи, сколько ты заработала. Это я заработала. Ну, Егор с Алисой заработали вместе. Все, идем дальше. Нет, она почему-то не работает. Или работает? Что-то непонятно, работает или не работает? А, все. У нас уже денежки закончились на карточке. Поэтому все, заканчиваем. Ну все, поиграли. Алиса, Егор. Алиса, Егор. Говорим пока-пока всем. Пока-пока. Идем получать призы. Так, и Алиса вставляет у нас тикеты, чтобы на призы заработать что-то. Так, молодцы. Сейчас проведем карточкой. 155. Ну что, пойдем посмотрим, что у нас там есть на 155. Да, Алиса? Что там у нас есть на 155 на последний? А сколько у нее там осталось? Ну там остатки, мы же все это купили. Там. 155. На, выберите что-нибудь. Вон можно карандаши выбрать или еще что-нибудь такое. Алиса, иди выбирай. Алиса, выбирай, что ты хочешь. Вот можешь пятнашки, интерики выбрать или карандашики. Вон давай. Карандаши? Вон давай карточку. Карандаши и еще там на что-то останется.
Маша, карточку отдай. Да, отдавай карточку. Скажи, что Алиса там хочет. Алиса, показывай, что ты хочешь. Там посмотрите на ту сумму, которая осталась. Вот карандаши, еще что-то можно взять. Я не знаю, посмотрите, что там осталось. Что там еще можно взять? Алиса, карандаши, да? Алис, покажи карандаши. Акварель? Да, это же написано акварель. У вас осталось еще 70. Ну что там еще можно на эти 70 взять? Ручку можно взять, карандаш. А вон фломастеры, по-моему, за 70, да? Давайте фломастеры. Давайте фломастеры. Алиса, вот тебе еще фломастеры сейчас будут. Все? Сейчас фломастеры Алисе дадут. Давай. Ну-ка, показывай призы, которые Алиса заработала. А карточку отдали? Да. Кому? Мне у кого. Карточка у кого? Карточка, Алиса? Давай. Ну что? Ты довольна? Алиса довольна, что заработала какие призы? Да? Егор доволен? Да. Девчонки довольны, покатались, в космос летали? Да, особенно на той штуке. На той штуке? Ну все. Всем говорим пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.